что-то эта ёлка какая-то не ароматная. Может, на вкус ничего? Ты чё, совсем с ума сошёл? Отдай ёлку Микки, а сам иди помоги Эластику повесить гирлянду. На, Мика, держи, иди наряжай, а я пойду этому столопу скажу, как гирлянду вешать. Ну шо ты как вешаешь? Надо сосульками туда, а шариками на комод. Тебя попросили помочь, а не командовать. Да я тебе говорю, вот Ксюша повесила бы именно так. Да чтоб ты знала, именно она мне и сказала шарики сюда вешать, а сосульки на комод. Да не может такого быть. Лучше бы ты сожрал эту елку. Хватит там бормотать, лучше шевели копытами и вешай. А ты тогда возьми сосульки и повесь на комод. Ну ладно. Мама, мама, смотри, я елку нарядила. Правда красиво? Да, очень красиво, молодец. Эй, вы, трудяги, если вы там все закончили, то пойдемте чай пить, а то скоро Ксюша придет. Ну это, идите, идите. Я сейчас тут все закончу быстро и приду. Приду, приду. Эй, всем привет! Я наконец-таки дома. Ну что, вы все сделали, что я вас просила? Да. Мика нарядила елку, Ластик повесил гирлянду, я все убрала и пыль вытерла. Молодцы. А Оскар? А, Оскар гирлянду сосульками вешает на комод. И сейчас при... Будешь у нас вместо елки и гирлянды. Ребята, вы что меня оставите тут так себе? Ребят, кто-нибудь, помогите! Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня вы уже просмотрели мое новогоднее видео с вашей излюбленной тематикой, когда я что-то делаю со своими лошадьми в человеческом образе. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, и мы с моими лошадьми в человеческом образе встретим новый 2017 год. Вы можете посмотреть, что Оскара мы распутали, да-да, все с ним в порядке, они там чай пьют, гирлянду повесили, осталось только повесить сосульки, которые Оскар так и не повесил, типичный Оскар. В общем, с вами была я, Ксения Кузнецова, и всем пока!